блять, сука, это вообще какой-то пиздец, блять. Похоже, карта опять в 3D-режим не переключается, это вообще, блять. Я запустил тут случайно запустил без этого самого вообще 3D, и там, блять, 250 кадров, нахуй. Знаете, 250 кадров, сука, без 3D вот тут, блять. А тут, блять, даже с этим эмулируемым 3D, сука, блять, из-за буфера, блять. Блять, еще и тормоза, блять. Вообще охуели, блять, а. Скоты, а. Так, вот, тут надо скибаться, нахуй, от них. Тут дверь есть открытая. Тут все просто. Вот, видите, тут скрип, подхожу, а этот тоже идет, нахуй, сюда. Опа. Аншабдуль. Так. Блядь. Звук пропал. Сука. Блядь. Ладно. Так, драк. А, знаете, первая нахуй китма, да? Блядь, тогда переводы. Блядь, куда ты, сука, полез, блядь? Переводы были все пиратские. И первым перевели вот этот драк, да, тащить. Как наркота, нахуй, да, во всей игре. Я во всех яйце игре было написано наркота вместо перетащить. Так. В общем, вообще какой-то пиздец, блядь. Такой, блядь, и кулер, такое ощущение, что не работает. Но это, блядь, ебаная эта прога. У них специально какой-то договор, видимо, с видеокартами, да. Чтобы, блядь, 3D Vision такой ебаный, что не смотрелось, да, на фоне 3D-фа. Блядь, специально занижает производительность, блядь. Блять, сука, на приставках этот 3D работает, сука, и ничего там не тормозит, блять, там в крайности 2, хуй да, хуй 2, блять, вообще, блять, сука. Вот, и мы дошли сюда, да. Все, проходим, и все, мы практически спасены, но тут да не тот-то было, там перекрыли, вообще, как, блять, сука, в ГУЛАГ загнали, да, вообще, пиздец, и проверяют всех. Сука, тут они не могут до поезда доехать, потому что перекрыли менты линию. Так. Суки, а? Не, ну это, блядь, вообще пиздец, а. Сука, хули так медленно, блядь. 250 кадров, сука. 250 кадров, а то 300, да, блядь? Без этого самого, без 3D, ублюдки просто, а. Тварь, а. Суки, а. Ты пошел нахуй. Блядь, а. Видите, как надо вообще, сука. Я не просто так, да, на Xbox проходил, а я там максимально, чтобы скрытно проходить, все проходил. Но под конец мне это заебало, естественно, я просто всех ебашу там. Причем такой пиздец, что вообще нахуй. Опа. Так. Суки, а. Так, сортиры. А, да и туда наверх поднимаемся, там режем мужика. Опа. Так. Опа. Отшел. Так. Лучше усыплять, больше очков дает. Угу. Так. Прячем все. Так, и активируем. Ведь надо просто дойти до этой хуйни. И все, вот чекпоинт. Ага, шабдуль. Так, блядь. Только эти мимо этих штука про тварей пройти. Блядь, а? А, ну, блядь, так возьмем. Можно смотреть, какую еще хуйню добавили, свою прятаться, да? И если они тебя там уже даже заметили, мы можем так бац, спрятаться, и они это... Отъебутся от тебя. Он отойдет. Так. Видим козырек наружу, да, пас такой. Ничего не знаю, нахуй. Нет, не ебет. Так, и на ту сторону надо.
и в толпе, видите, идет скрытность. Матическая. Так. Бас-бас, так и скрылись. Так. А, блядь, не на ту сторону. Сука, блядь! Чё, сука, охуели? Охуели, что ли, сука, блядь? Ну, пиздец. Суки, а? Не на ту панель, что ли? Пидераста, а? Ублюдки, а? Пиздец. Ну там сейв есть, хорошо, что ли? Блять, а? Теперь непонятно, что делать. Я уже не помню, как я туда пролезал. Вот так, блядь. Ты сука. И никто не заметил, потому что это бревна нахуй, не люди. А они не могут никому побежать, даже сообщить, у них нет интеллекта. М-да. Ты пиздец. Куда пролезать нахуй? Суки, а? Вот тут дверь. Вот, блядь, куда? Я не туда пошел просто, видите, надо было сюда. Надо лучше, блядь, рестарт сделать, да? Блядь, они сейчас оживут все прямо перед твоей рожей. А хотя никого не убивал-то. Пиздец, видали? Видали вот эту хуйню? Они, блядь, живые трупы ходят. Блядь, не туда пошел, сука. Так, ничего не знаю. Иди нахуй. Ну, вообще, ну, блин, надо же так все усложнить. Опа. Я отошел туда. Угу. А, он тут даже не бегает. О. Так, очень важно вовремя именно туда пробежать. Блядь, ты хули палишь, блядь. Сука, блядь, вообще с автоматами, вообще, блядь. Блядь, их и загнали нахуй, а. Вот так. Ты бы рожу вымыл, блядь, палевно же. Пять секунд осталось. Маслята, блядь. Сволочь, ну давай, нахуй там. Суки, давайте, сука, блядь, там. Блядь, а. Это бревна, нахуй, они просто имитируют, да, людей. Вот клонированная негра 2. Так. Приехала. Так, о, пошли, ребята. Пошли. Опа, все, причем я тех остановили, да, я один прошел. Эти лохи стоят еще. Блин, пользуюсь 3D такое все вообще. Я этот настройки на максимум поставил все. Теперь. Все. Увидеть новые перки. Поначалу мало очков дают, да, за следующий уровень много уже, видите, 40 тысяч дали. Так. Блять, силит ассасин бонус, вот что надо делать, точно, блядь. Вот теперь надо на это работать, на силит ассасин.
Так, блядь, сука, нахуй мне ваши заставки, пидорасы, а? Ублюдки, а. Сука. Блядь, вот эта мразь, блядь, он всех подставит, потом и тех, и этих. Сука. Я, типа, блядь, блядь, никакие мрази даже экран загрузки не сделали, как на приставке, а? Потому что думаешь, что игра зависла, нахуй. Его хуй, загрузка 10 раз больше, чем на приставке. Пиздец, а. Вот этот, блядь, Дюганов, нахуй. Блядь, а. Да. Так. Блядь, что мне... А, вот новая миссия. Вот идем. Там, сука, эти твари будут рыскать опять. Возьмем бутылку. Тварь. Сука, ну это пиздец, эти чекпоинты, блядь. С восстанавливающимися. Карта была даже удобнее, блядь, когда раньше в Хитмане была, чем вот это видение. Суки, а. Угу. Блядь, ну как их теперь надо отвлечь? Он не видит через стену-то. Вот. Блять, они услышали. Пиздец. Так, блин, там чекпоинт был, его пропустил. Вот так не пройти. До хрена там. Ну, сейчас запарят. Дядя. Блядь, ну давай, сука, ПБО, блядь, нам же повезло. Блядь, а. Блядь, суть, а. Блядь, вам теперь, блядь, поебал этой, сука, хуй этому, блядь. Блядь, о! Блядь, Silent Assassin, блядь. Нихуя не дали так, сука, да, прошел нахуй. А вдоль на выдумке хитравы никто не заметил. Все, прошли. Так. Что тут здесь дальше? Тут я. Теперь надо туда и там ебануть всех, там можно как-то сбросить эту вывеску на всех. А бутылка есть. И можно отманивать, приманивать там всех. Сука. Так, блядь. Так, смотрите, там еще есть вентиляция. Как туда пролезть? Сволочь, а. Нельзя там пролезть. Да сука, давай пошел. Я охранник, да, пропустят без проверки в этот клуб. Так, убивать никого не будем. Хотя, блядь, Silent Assassin теперь дадут, я не знаю, или нет. Блядь, суки, а? Ну видали, какая хуйня, а? Вот хули он, да? Пулем начал выебываться-то, а? Пиздец, а. Скоты, а. Загадили, а. Уже бутылка бы ебашил тогда его. Хотел его нахуй только придушить. Ну, похуй сейчас. Пошли нахуй. Ты откроешь там кучу народа. Вообще. Ты пиздец. О, играть-то он лучше стало. Хорошо, Абдуль.
Вот вообще пиздец. Суки, а. Так, а где тут сбросить эту хуйню на них? Так. А этот хуй зачем его? А, вот его убить надо. Блять, а вы не можете пистолет с глушителем не дать этого? Это вообще просто пиздец. Большой бой. Игровые автоматы. Так, можно этого хуя тут бутылочкой. Так, сука. Блять, масляты собрались. И никто меня не спотит, да, то что нет полицейских больше. А, вон еще какой-то, блядь. Ультраспасинг. Так. Опа. Блин, куда я вылезу-то? А, ну на улицу эту. А там, как мы знаем, выхода нет, но я все равно выйду. Потому что можно залезть по трубе куда-то. Видите, тут нельзя ничего пролезть. Блять, да куда ты, сука? Урод, блять, а? Ну и чё, сука, куда? Ну, нахуя вот это делать, да? Попрятаться просто, если... Козлы, а? Ладно, полезли. Где там не пролезть, суки, а? Ты можешь ебануть эту тварь, а? Блять, а? Сука, нахуй я туда заходил? Все-таки что-то есть там. Ой, да блядь, я же отсюда и пришел. Пиздец. Я думаю, что-то не то тут. Я, может, другой выход, я уже не пойму. Нет, это другой выход, блядь. Вообще нихуя не понимаю. А там и заходил, сразу было это самое. Ну, я выйду сейчас все-таки отсюда. Все-таки тот или не тот выход? Нет, тот же вход, вот я захожу. Ну пиздец. Ну такие, да, мелкие какой клуб, да? Блядь, а раньше какие клубы здоровые там были, ну, сука, уровни, один мелкие уровни, блядь, сейчас, суки, что сотворили с игрой. Вы, блядки, а? А вон он, может, за ним проследить. Блядь, кубануть его. Сволочь, а. Вот, надо его шарик сбросить, чтобы он подох. Блять. Пиздец, а. Да блять, я. Куда, сука, лезть-то, а? Ну, мразь, а. Куда же пойти? Угу. Блять, замочить, что ли, ублюдка? Ой. Тварь, а. Блять, куда пойти? Блять, тут лезть-то. Суки, а? Там еще и секретная комната должна быть, я знаю точно. Блять. О, вот сюда.
Карточка. А где карточка? Видимо, где, может, у того охранника. Ну, охранника, значит, надо ебашить. Пошел нахуй. В квартире. Сколько, блядь. Сколько больше, блядь, никаких экспериментов. Бутылка, сука, как в совке по башке и все. Да охуенно. И пошел нахуй. Зачем мне у него, да, переодеваться? А, вон карточка выпала, все правильно. А смотрите, как четко бутылка ебанул, поебала у него. Вся рожа в крови, зубов нет, охуенно. Четко сделано. Вот видите, и все. Так. О, вот он пошел. Он в будку это, да, видите, скрипт сработал, как только спиздил карточку, он пошел в будку. Блядь. Ебать, он не заметил. Пиздец, а. Так, а зачем вот сюда прятаться? Так, как-то уебануть надо, интересно, через эту, сука, хуйню прострелят? Так, сволочь, а? Вау! Блядь! Блядь, как охуенно-то, а? Пиздец, а? Блять, вот для чего эта хуйня. Блять, я понял, блять, для чего эта хуйня, блять, вот. Охуенно, а? Пиздец, Абдуль на выдумке хитра, а? Блять, сейчас бы Салет Ассасин был, если бы не тот, блять, сука, урод, который все испортил. Так, все, блять, бутылочку одну на всякий случай, опа. И все. Абдуленно. Чекпоинт. Блять. Охуй, кто там запалил? Блять, а. А. Так. Они что, не заметили, видите? Блять. Ладно, блять, придется рестартнуть. Не, ну все, сука, вот это еще испортило, нахуй, Silent Assassin, пиздец, а. А может, Silent Assassin надо только несчастными случаями? А у меня не несчастный же случай был. Тут не пройти тогда. Блядь. Сука, у меня не бегут за мной, блядь. Но если быстро пробежать, видите, они могут не сообразить. Так, где тут куча этих ментов, блядь. Блядь. Сука, надо было мне переодеться. Так, а вот зачем мы моего вот этого вообще мужика убили, а? Вообще непонятно нихуя. Просто так убили, там говорят, вот мы он типа может знать. Он хочет эту шлюху, типа, тоже похитить, да, так что убей его на всякий случай, да? То есть, ну, просто абсурд, да? То есть, убивает вообще просто, ой, блядь, даже не за жвачку, как в совке, а вообще просто так. Ну, в совке тоже убивали просто так, ну... Это ж пиздец, все равно, они там на доллары все жируют там. Так. Все. Опа. Все, пошли нахуй.
Ну где, сука, следующий, что там? А, вот, и держит, блядь, куча ментов. Убийцу ищет. Вон они. И там надо труп сбросить, чтобы отвлечь их. Можно нож взять. Ну, бутылка, наверное, все-таки она даже получше будет. Бутылка-то все-таки, блядь, ладно, хуй с ним. Ножом порежем. Блядь, и нож он как бы, да, он же палится, да, бутылка не палится. Никак. И кто угодно может носить. Так. Так, суки. Вот, блядь, наверх лезем. Нет, туда вообще идем. Бля, там надо сбросить труп, они тогда туда, сука, сбегутся, а этого нельзя, нет, все-таки можно, вот, сбрасываем, да, сука, опа, блядь, тупые маслята, блядь, сейчас этот отойдет еще, ага, давай, сука, отходи, пидор. Ага. И я тоже пошел. Видите, они даже не смогли сделать, как Batman Assassin's Creed, что как будто он скелеты видит, да? Только Ленин это хуйню делать было. О, куча бутылок там. Да, сука, ты слишком много знал. Блять, масленок. Вот так. Спиздец, минус, видели, если ушел. Ну ладно, да похуй, главное, вот я показываю, как надо играть, да. То есть, что можно не делать. И будет вообще Silent Assassin. Так, все. Так, ну блять, пошли нахуй. И теперь тут типа сложно. Там куча всякой хуйни, нам надо взять и костюм шеф-повара. Так. Подойдет, мы выкинем. Подойдет к окну. Ну ладно, все, заебался их щадить уже этих маслят ебучих, а. Ой, вот так, сука. Пошли нахуй. Блядь. Сука, блядь, он труп заметил, пиздец. Называется, блядь, спрятать тело. Охуенно. А, ой, вот гражданских не надо убивать, там столько, такие минусы идут, блядь. А, ну зато это хорошо, видите, они там отвлеклись. А тут повар должен прийти. Ну где он, сука, повар этот? Он точно должен поссать сюда пойти. Ждать тебе надо повара. Вообще он тебе подойдет, он же испугался этого трупа. Сука. Угу. Ну пиздец, а. Нету вот этого повара. Ну, интересно, вообще сюда идет. Жирная мразь, блядь, а, сука. Давай сюда подойди поближе. Суки, а? Ну, блядь, где повар-то, ёбаный, а? Пиздики, а? Блядь, должен, блядь, мучиться. Вон он, нахуй, видите? Вон там повар этот станет. Блядь. Вот, ну все, кепку напели, пошли так.
блядь, а? Может, наверху там есть тоже повара, поваренки какие-нибудь. Только наверху нихуя нет, а? Я, блядь, пустую потратил эту магию. Ну, пиздец, все, все. Все, блядь, засрано все. А вы этот труп ебаный сбрасывать. Блять, а. Ну, вроде прошли этот блокпост. Поварята какие. А, о, я тебя и ждал, сука. Масленок. Сука. Все нормально. Так. Вот. Ну там проблемы там этих, блядь. Только поваренков дохуя они будут палить, но зато потом просто. Сука, нахуй пошел. Угу. Так. Сука, лезем дальше. Такие, бляды. Опять теперь этой хуйней придется. Вот тесак. Опа. А, смотрите, может это шеф-повар? Шеф-повар тот левый. И поэтому не палят. Таких какой. О, чекпоинт, отлично. Даже полечиться можно. На максимум. Такие. Я в 3D все нахуй тут. Ну, правда, ничего не вылезает из экрана, но уж не и так нормально. О, закрыть шланг. Опа. И чё теперь будет? Чё мне это дал шланг? Сако, и никто не замечает. Опа. Ничего не знаю, сука. Блядь, а? Куда тут, сука? Ну, чтоб пополнить эту хуйню, надо убить кого-то. А, все, пришли. Обдуленно. Все, прошли. Зекпоинт рейдж. И просто проходим, и все. Главное, чтобы не увидели, как ты скрываешь это. Вот эту дверь. Если они видят, то они начинают выебываться. Я пошел нахуй. Тупой масленок, а. Вон, вон, иди там нахуй. Что-то там, блядь, упало, иди. Ой. Он что, видел, что ли? Он видит, блядь. Он видел, что это я бросил. Они на это что, реагируют? Нихуя себе. Ладно, пошли нахуй. О, видели? Абдульные выдумки хитра. Блядь, ссаные эти заставки. А теперь, блядь, на улице куча поваров, они там палить будут, а? Так, блядь, вот это нахуй пиздец, тут надо этих тварей ебашить, а? Угу. И как это, сука? Тут масляр нахуй передушить. Ну, их троих надо аж убить. Сейчас за ним пойдем. Посмотрим, куда он. Масалята, блядь, смотри, сколько этих ссаных поваров, и все тебя палят, нахуй, обязательно. Блядь, а. Блядь, я, блядь, сука, тесак проебал, ну пиздец, а. Блядь, с удавкой всех. Блять, а. Еще поваренок ебаный.
штука, а? Вуаля. Суки, а? Говорят, а нахуй. Блядь. Ну, суки, а? Может, тут можно проехать. Ублюдки, а. Что творят, а? Ой, блин. Ну, надо валить первого все равно, потому что там чекпоинт. Так. Ведь спрятался, он не палит. Ага. Варя. Какого хуя, да? Варя-то нахуй. Надо взять какую-то хуйню, кинуть, чтобы он там пошел, что узнал, что такое, и задушить его. А то как назло ничего нету. Бутылочка какая, бутылочка. То, что надо. Пошел смотреть, берем. Ой, что-то упало. Что-то упало там. Блядь! Блядь, не заметил. Масленок. О, фейерверки, блядь. Это ж пиздец. Светловод там открыть эту газ, а как ты... А, блядь, так ему надо было просто... Смотрите, он курит, да, ему просто открыть эту хуйню, да, и несчастный случай будет. Но теперь уже поздно. Угу. Так, я сдаюсь. Сдаюсь, все. Все. Так даже лучше. Вот, и теперь у нас есть пистолет, видите? Блядь, а. И, блядь, можно его еще туда. То есть он видели, да, просто открываете ему этот газ, да, и все, нахуй. Он сам его курит, да, и взрывается, и с фейерверками. Как несчастный случай. Так. А мы мимо этого просто козырек напеливаем. И все. Так, и я стал двоих еще мочкануть. Этих, сука. Сбушителя просто нельзя, блядь, шмальнуть, они как будут нахуй это и выебываться. А все разбегутся. Угу. Тут можно послушивать разговоры, там новые зацепки появляются. Маслята, где он? Сука. Он похуй. Любим второй масленок. Блять. Я что-то с 3D. Блять. 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 Пиздец, а? Суки. Блять, у меня очки отключились. Охуенно. Охуенно, а? Пиздец. Блядь, ну это пиздец, а. Какого хуя? Батарейка села. Еще и аккумулятор. Мразь, а. Блядь, сейчас попробую подключить зарядку. Тварь, а. Пиздец, он только, блядь, в упор подключается охуенно, да? Вот так. Кабель короткий, нахуй, а? Сейчас, блядь, может найду его, сука. Вот у меня есть, блядь, подлиннее кабель. Сука, блядь, он застрял там. Сука. Блядь, он там. Вот. Подходит микро USB.
Блядь, сука, этот кабель 10 раз тяжелее самих очков. Сука, блядь. Вот, вот, все. Обдольная выдумка хитра. Подключил. Сука. Все. Охуенно это 3D. А в чем они нахуй, а? А спалили меня, пока я этой хуйней занимался. Блять. Тварь, а. Блять, очки неровно сидят. Из-за этого. А поваренок куда-то исчез, видите? Так заметили-то, сука, еще. Очки, блядь, испортили. Вот кто спалил поваренок другой. Надо кого-то еще убить, чтобы этот повысился. Только повари-то все палят. Или остановились, да, они там прекратили слежку. Блядь! Суки, а. Сука, блядь, масляк, блядь, я его. Я же разъебался. Вот, и там надо пройти и всех убить. Ага. Вот. Опа, пушаем. Так, ой, вон туда, блядь, пройти. Сука, эти поварята ёбаные, блядь. Сука, да хуя их тут там, блядь. Во. Мы сначала его убьем, да? Выстрелом в голову. Как бы все. Или, блядь, этим самым можно. И туда свалить его. Сейчас придет, ждать надо, пока скрипт. Ебать, смотри, что увидел. Вот весь пол был бы крушен маном и так. Блять, а? Блять, интересно, его надо ебануть. Этим самым, как его, из глушителя пистолетом или кинув в него эту хуйню, огнетушитель. Видимо, глушителем, потому что тебе неспроста же, да, дали глушитель. Возможность его взять. Сейчас он остановится и пизда ему. Маслянку, сука. Ой, ой, несчастный случай. Ой. И никто ничего не заподозрит даже, да? Ой, блядь, я же забыл сохраниться. Все. Одним масленком меньше. Попрятались что-то. Так и становились так. Ой, теперь мне на полную. Это стелс. Опция. И третьего вообще не знаю, как ебануть. Буду думать сейчас. Я просто, по-моему, ебанул и все. Подвале там. А, вот. Смотрите. Раз, блядь, 20 надо поиграть в эти миссии, чтобы понять. Ага. Ага. Это просто ты этого ублюдка, он как спасаешь, да? А он тебя сдает, да? Опа. Вот, смотрите, как я сделаю. Так, опа, башку. И опа. Ой, вот первый раз за всю игру использовал эту способность. Все, по-тихому убили. Все. И уходим. Тем же путем. Видите, как четко, как будто реально так... Сука, киллеры, вообще с первого раза все прохожу.
Потому что я в совке, это в реале все делал. Все так делали. Все, и музон пошел охуенный такой. Вообще, блин. А то музыки вообще нет обычно там, да? Берешь и крутой музон, да, там переодеваешься, а тут это самое, блядь, просто. Ну только сейчас первый раз услышал, что есть нормальный музон. И ты и то, да, он поиграл, он и все. Блять, все. Я этот масленок опять распаунился, видите? Все, пошли нахуй. Ладно, все, эту часть закончим, блять. До следующей части серии. Там, блять, это. Так, что тут? Видите, сколько бонусов, а? Вы, блять, это там, сука, на канал подписывайтесь и там видео распространяйте, сука. Нихуя там просмотров нету, блять. Блять, у меня долларов нет, никому платить, блять, я бы не стал платить никогда. Сука, блять, с таким тварем, блять, я все на доллары там все скупают, все, блять. Сука, блять, рекламу. Блять, у Мэдисонов, сука, там, Гагутанов, блять, сука, нормальным людям вообще, сука, ни, блять, никуда не пойти. Так, в общем, блять, Аншабдоль. Так, сколько еще посмотрел? О, видали сколько? 117 тысяч у вас, сука, Аншабдоль.